Забрали життя мирних людей, забрали награбоване, але тіла загиблих своїх товаришів не забрали. Так про смерть одного з окупантів Бучі розповідає його дружині військовий. Як вона реагує, давайте послухаємо. Здравствуйте. Это телефон вашего мужа? Да, это телефон моего мужа. Ваш муж погиб в Украине. Доказательства. Да, какие доказательства? Я вам что, клоун или что? Я вам говорю, что ваш муж погиб возле Киева. Конкретно где? Ну, возле Киева. Возле Киева? У вас около Киева очень много населенных пунктов. Ну вот узнавайте у командования. Узнавайте у командования. Я вам сообщил просто вот такую вот новость. Не собираюсь там вам давить на рану, сыпать соль и так далее. Сообщаю вам по факту, что ваши... Об этой новости, что мой муж погиб, я видел в интернете, вы выставили его удостоверение в телефон. Ну, возможно, кто-то и выставил. Вот телефон нашелся, и тело ваше не забрали. У нас из населенного пункта телевизоры забрали, стиральные машинки наши забрали. И деньги из сейфов наши забрали. А тело вашего мужа не забрали, потому что не нашлось, видимо, места. Вот и все. Какой населенный пункт, вы мне скажите? Населенный пункт Буча. Узнавайте у командования. Они разворовали все. Украли все. Украли детские вещи. Украли детские кресла. Повытаскивали из машин. Украли все, что только можно, вывезли. Все вещи, которые мы покупали, наживали годами. Но тело вашего мужа не соизволили забрать, только ботинки сняли с него, вот и все. Это я вам говорю просто по факту, я не хочу вам читать морали какие-то, не хочу вам реально что-то рассказывать, я вам просто по факту. Я вас услышала. Я хочу, чтобы... Где могу забрать? Узнавайте у командования, как они будут забирать тело, они сбежали отсюда. Тело вы сейчас никак не заберете. Только через официальные делегации, которые достают... Груз 200 отправляет к вам.